Пацаны, вот вышел новый пас на рынок. Что могу сказать по поводу него? Значит, закупаем в первую очередь. Закупаем, как только немножечко подешевеет. Он, думаю, упадет до 0.70. Этот Deagle Infection. Закупаем его. Он будет расти в течение там парочки лет до там 5-10 голды, но это для тех, у кого прям очень мало голды, кто только начинает играть, там и все такое, кто играет без доната фулл. Потом, по поводу этого стикера, по-любому закупаем, потому что Dead Inside, как бы акульчик, такой офигенный стикер, его по-любому нужно закупать, он сейчас будет расти очень активно. Ну, сначала, возможно, упадет там голды до 15, там устаканится цена, а потом будет жестко лететь тупо в космос прайс. Поэтому кот на фоне занимается непонятными вещами с моей кроватью, но это как бы не важно. По поводу граффити. С граффити тема на самом деле очень сложная. Они непонятно, будут дорожать еще, не будут дорожать, будут ли разработчики подкидывать эти граффити на рынок еще или нет, будут ли они падать после каток, это тоже неизвестный вопрос. Блин, у меня там реально кот трахает это дело, что мне с ним делать? Закупаем по-любому Спас Райдер, потому что Спас Райдер, он сейчас, скорее всего, упадет, на второй день точно упадет, там голды до 60 точно, и его, может быть, спокойно прикупить, так, в спокойном порядке, и в будущем он по-любому будет также расти. Тоже видос пойдет. Да. Ты популярный, тигр. Также закупаем наклеечки. Наклеечки самое главное. Это наклейки всегда были и будут самым главным способом, получается, трейда. Они по-любому растут. Они всегда растут. Всегда абсолютно растут. Любые наклейки, они всегда растут. Самое главное, получается, что вы должны закупить вот в этом вот пассе, это самое главное. Опять же, вот эта вот наклейка Dead Inside Sea of It, получается. Sea of Dead. Что я гоню-то? Акулка, Dead Inside. Брелки я не советую закупать. Брелки, они всегда будут и были и будут просто одной стоимости. Они никогда не пропадают и никогда не имеют как таковой ценности. Никогда не бусятся в цене. Стикер Infected я не советую закупать сейчас. Советую закупать его только во второй день, потому что во второй день он по-любому устаканится цена на него. И вы сможете купить его по уже более-менее устаканенному прайсу. И получается в дальнейшем смотреть, как оно будет расти. Оно будет расти по-любому. По-любому всегда такие стикеры растут. Это аркановый стикер, золотой стикер. И в принципе это сюплы на таких легендарных стилях. Типа то, что вот есть же там золотая маска. По поводу перчаток все капец как сложно, пацаны. Они очень дешевые, потому что пас дешевый сам по себе. Фуловый пас, чтобы вы понимали, то 1500 рублей. Когда такое было, что фуловый пас можно было купить за 1500 рублей? Это просто жесть. Поэтому цена на перчи такая маленькая. Но не знаю насчет того, будут расти или не будут расти. Но сейчас они будут в районе. Вот эти перчатки вообще до 500 голды упадут и ниже, возможно. Самое главное, не закупаем брелки и закупаем наклеечки. Это сейчас самое главное. Все, всем пока, пацаны. Надеюсь, вам понравилось видео, бла-бла-бла. И хуй.